Тема космоса актуальна всегда. Международный день планетариев отметили в Бийске. Дети и взрослые приняли участие в тематических экскурсиях и лекциях. Рисовали, размышляли и участвовали в конкурсах. В Бийском планетарии прошла театрализованная программа по астрономии для детей дошкольного и школьного возраста. Бийчане побывали в музее космической и ракетной техники, а также посетили ряд увлекательных лекций. Одна из них – новости астрономии за последние 10 лет. Детям и взрослым рассказали об открытии гравитационных волн, о предстоящем полете на Марс, который готовят как космические державы, так и частные компании. Кроме этого, гости узнали все о Солнечной системе, об экзопланетах и в целом все о космосе и Вселенной. Как отмечают организаторы, цель проведения этого праздника – не только знакомство бийчан с деятельностью планетария, но и пропаганда астрономических знаний. Для нас, у которых преподавалась астрономия в школе, как бы это естественно, что мы это знаем. Сейчас очень много в интернет-ресурсах информации, что и Земля у нас плоская, и приверженцев этого течения достаточно много. Вот. И поэтому я считаю, что астрономия, она очень значима. Значимая образовательная область, и мы очень порадовались, что в школьный курс вернули учебный предмет астрономия.